Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо розвиток україно-ізраїльських відносин. З нами надзвичайний повноважний посол держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон. Джоел Ліон – надзвичайний та повноважний посол держави Ізраїль в Україні. Закінчив Єврейський університет у Єрусалимі та Латвійський університет у Ризі. Доктор філософії в університеті Бар-Ілана. На дипломатичній роботі з початку 1990-х років. Працював у Прибалтиці, Німеччині, Сполучених Штатах Америки, Канаді. До приїзду в Україну виконував функції спеціального посланника з питань Голокосту та повернення єврейських активів з епохи Голокосту. У Києві працює з 2018 року. Господин посол, я рад приветствовать вас в нашей студии. Для наших зрителей я должен сказать, что для удобства коммуникации я перейду на русский язык. Также у нас в гостях переводчик Андрей Мудреевский. Также рад вас приветствовать. Господин посол, заканчивается ваша каденция в Украине. Вот буквально в эти часы стало известно, что у нас уже будет новый посол. Тем не менее, сегодня вы в Днепре. Цель вашего визита – как оцениваете развитие жизни? Жизни, еврейской жизни в Днепре. So the first of all, доброго дня. Доброго дня. Як справил? Отак. А, дуже добре. So yes, I'm here for a lot of events that we will have today and tomorrow. Да, я прибыл в город Днепр, и у нас будет очень много мероприятий, которые начались сегодня и будут продолжаться завтра. Today we had, first of all, the inauguration of a mural. Сегодня у нас было торжественное открытие мурала. It is the picture of the Israeli poetess Zelda. Это большая красивая картина, которая была изображена на здании израильской поэтессы по имени Зельда. Zelda Schneerson was born here in Dnipro when it was not Dnipro. Зельда Шнейрсон родилась в Днепре, когда он еще назывался немножко по-другому, не Днепр. Екатеринослав. Екатеринослав. In 1914. В 1914 году. 11 years she was here in this city. She grew up in this city. She got the first things of everything in this city. Да, первые 11 лет она прожила в нашем городе, и она получила первое представление о жизни именно в нашем городе. And then with all this baggage came to Israel with her parents. И далее со всем этим багажом она прибыла в Израиль вместе со своими родителями. And came out to be one of our biggest poetess in Israel. И стала кем-то, кто сейчас считается одной из самых серьезнейших поэтесс во всем Израиле. Ну, а в целом, как вы оцениваете развитие еврейской жизни в Днепре и, в частности, еврейская община вот Днепра и региона? Вот насколько она влиятельна и в Украине, и в мире? Look, as representative of the state of Israel, будучи представителем государства Израиль, as a Zionist, как сионист, we want that every Jew will be in Israel. Мы, конечно же, хотим, чтобы каждый еврей, все евреи вернулись в Израиль. But if a Jew decides to live abroad, но если еврей решает жить за границей, I think that it's a good place here in Dnipro. Я считаю, что Днепр – это очень хорошее место для жизни. Because I see how the community is flourishing. Я вижу, как развивается, расцветает ваша община. I see how the community is also giving a lot to the global community of Dnipro. И я также вижу, как ваша община очень много дает большей общине, всем людям, которые живут в городе Днепр. It is a mutual fermentation. Like, you know, when you put something on the soil, and it gives the soil something to grow, so it's the same. И это можно сравнить, наверное, с удобриванием земли. Мы чувствуем, что это очень взаимно обогащающий опыт. So both the Jewish community and the global community of Dnipro are living together
and are giving one the other something which helped the city to be such a nice city. И я вижу, что и еврейская община, и в целом все люди, которые проживают в Днепре, давайте назовем это как глобальная община Днепра, они обмениваются, они дают друг другу что-то, что позволяет всем вместе расти, развиваться и быть по-настоящему очень классным городом. And here I come to the second goal of my visit. И сейчас я хочу сказать о второй цели своего визита. Tomorrow we will have an economical forum under the auspices of the governor of Oblast Dnipropetrovsk. Завтра будет начинаться и проходить экономический форум под эгидой, под руководством губернатора нашей области. We have around 13-16 companies coming, Israeli companies. И из Израиля ожидается примерно 13-16 компаний. After we learned what your region needs, they come here to propose technologies and products which will help your region. Прежде всего мы уточнили, какие потребности есть у вашего региона, и, соответственно, мы привезли те компании, которые могут чем-то помочь и принести какую-то пользу вашему региону. We're talking about agrotechnology. Мы говорим об агротехнологиях. From irrigation to better cows. Начиная с орошения и заканчивая лучшими коровами. I mean, you know how much a cow in Ukraine, how much milk a year a cow in Ukraine is giving? Вот вы, например, знаете, сколько в год дает украинская корова? Молока. Честно говоря, как городской житель, даже приблизительно не смогу ответить. Even approximately, I don't know. 6,000 liter. 6,000 литров. In Russia? В России? 7,000 liter. 7,000. The average in Europe? 8,000 liter. В среднем по Европе 8,000. Есть над чем работать. In Israel? А в Израиле? 12,000 liter. 12,000 литров. В два раза. So that's one thing, for example, that we can help to get for the cows to give more milk, and of course with assuring that they are in a good environment, ecological environment, nothing very offensive to them. Да, и это один из примеров того, что мы можем привнести с точки зрения нашего израильского ноу-хау. И когда мы говорим о коровах, это значит, что причем соблюдаются все экологические нормы содержания животного. The second field that our companies are coming to present is the field of medicine and telemedicine. Вторая область, в которой наши компании будут очень здорово презентоваться, это область медицины и телемедицины. For example, products where you stay at home and you put these products in your mouth, and the doctor sitting is in his office can have the diagnosis of what you have. Ну, например, есть такие нововведения, когда ты можешь дома, пребывая в рот, положить какой-то элемент, какой-то приборчик или что-то, и врач, который находится удаленно, может продиагностировать твой организм. In the field of water management, water filtering. Есть также область, в которой мы очень являемся специалистами. Это область водообеспечения, фильтров и управления водой. And also to know where the water is leaking from the canalization. И также есть механизмы, инструменты, которые позволяют уточнить, в каком месте идет пропускание воды, утечка воды в, допустим, канализационной системе. So we hope that these events will be a success. It is sold out. So I will not make some commercial for it, but we really hope that companies will work together for the better, for the good of our Israel and the Dnieper region. That's the goal that you asked of my visit. И завтрашний форум, все места раскуплены, мне не нужно больше его рекламировать. Я очень, вообще, ни капельки не сомневаюсь, что он будет очень успешным, потому что действительно приехали серьезнейшие компании, которые готовы работать и на благо Украины, и на благо Израиля. Будем следить, как будет проходить тот форум, и, безусловно, будем его освещать. Господин посол, более глобальный вопрос. Вот на сегодня, на 2021 год, как вы оцениваете развитие украино-израильских отношений в политике, в экономике, в культуре? Пожалуйста. This year we are celebrating 30 years of the diplomatic relations between Israel and Ukraine. В этом году мы празднуем 30-летие установления дипломатических отношений между государством Израиль и Украиной. We were among the first to have relations with Ukraine. Мы были одними из тех самых первых стран, которые установили дипломатические отношения с Украиной. So it's a great thing to see how the relations developed,
how our leaders are close one to the other, how we are working together on the international arena. И очень здорово наблюдать, как наши отношения развивались, как наши лидеры взаимодействуют, как мы вместе выступаем с единой позицией на международной арене. How our intercultural affairs are going. Culture from Israel coming to Ukraine, culture from Ukraine coming to Israel. Как развиваются наши межкультурные связи? Сколько культурных событий мы привезли из Израиля в Украину и не менее из Украины в Израиль? We signed a free trade agreement between our countries. Мы подписали соглашение о свободной торговле между нашими странами. So everything, all this give us a feeling that we are very close. But it's not only a feeling. I mean, 3-hour flight, it's twice the time from here to Kiev, so it's really not far away. И действительно, это очень говорит о том, насколько мы близки. Это ощущается просто. Но я вам так еще хочу сказать, что перелет в 3 часа из Израиля в Днепр или в Украину, это всего лишь в 2 раза дольше, чем из Днепра до Киева. Поэтому это действительно еще и физически очень близки друг к другу. In Israel we have 300,000 people who emigrated from Ukraine. В Израиле сейчас проживает 300 тысяч человек, которые эмигрировали туда из Украины. Which also bring closer our countries. И это также приносит дополнительную близость между нашими странами. Известная премьер-министр Голда Мейер родилась также в Киеве. Известный факт, господин посол. Зельда? Зельда. Зельда! Собственно, в том числе, почему вы сегодня у нас сегодня в городе. Господин посол, тем не менее, вот такой вопрос, возможно, несколько неоднозначный, но тем не менее, не могу его не задать. Вы 3 года находитесь в Украине, с 2018 года. Фиксировали ли вы за это время проявление антисемитизма? Yes, I personally was also a victim of antisemitism. К сожалению, да, и я лично также был жертвой антисемитизма. I think that something is very important for your country. Я хочу сказать о чем-то, что является очень важным для вашей страны. Is to have an official definition of what is antisemitism. Я считаю, что нужно очень сделать официальное определение того, чем является антисемитизм. В законодательстве? Вот, хотел бы уточнить. Did you mean in the legislation? Yes, and the Rada passed it now in the first reading as it was agreed as a basis. Да, и в первом чтении Рада приняла это, и уже было, так сказать, основные моменты озвучены. And when the Rada will reopen, they will see it at the second and the last reading. И когда Рада снова возобновит свою работу, то это законопроект, который пройдет и второе, и третье чтение. So why is it so important? Но почему это так важно? It is important because when I say antisemitism and you say antisemitism, maybe we don't think the same. Это потому что когда я говорю антисемитизм и вы говорите слово антисемитизм, возможно, мы думаем о разных вещах. So if there is a clear definition, we know about what we are talking. Поэтому если есть четкое где-то определение, мы тогда точно знаем, о чем мы говорим. The police knows what's happening. Полиция знает, что происходит. Because if somebody comes and make a Nazi symbol on the statue of Shalom Aleichem in Kiev, it is not hooliganism, it is antisemitism. Потому что если кто-то в Киеве на статуе Шалом Алейхима приходит и рисует немецкую свастику, это не хулиган. Нацистскую свастику, это значит, это не проявление хулиганства, это является действительно антисемитизмом. IRA, the International Holocaust Remembrance Alliance, had adopted a clear definition of antisemitism, which was adopted by right now 30-something countries. Когда-то один из наших важных органов, what is it called once again? International Holocaust Remembrance Alliance. Международный альянс памяти Холокоста когда-то принял определение антисемитизма, которое потом позже было принято более чем 30 странами. France, Germany, Austria, Great Britain. Франция, Германия, Австрия, Великобритания. A lot of states in the United States. Много штатов в Соединенных Штатах Америки. Of course, Israel. Конечно же, Израиль. And the last one, I think, was Lithuania, Czech Republic, who just adopted it. So it's time also for Ukraine.
Один из последних это были Литва, и это были также и Чешская Республика. Поэтому я считаю, что в Украине также подошло время. As you are part of the Western world, так как вы являетесь частью западного мира, you need also this law, and I hope that in the near future it will be. Вам также требуется принять этот закон, и я уверен, что в ближайшее время он будет принят. Господин посол, один момент хотел уточнить касательно антисемитизма. С вашей точки зрения, антисемитизм – это слова или это действия? Или это и слова, и действия? From your point of view, antisemitism, is it more actions or words, or is it both actions and words? The definition is clear. Определение очень четкое. It is how you perceive a Jew. Это то, как ты воспринимаешь еврея. And that's the definition. So it's action and words and everything. Конечно же, это тогда и действия, и слова, и все остальное. So if somebody is writing something in the social media, если кто-то пишет что-то в социальных медиа, it is not freedom of speech. Это не является правом, как на свободу слова. It is antisemitism. Это антисемитизм. Господин посол, хотел перейти немного к другой теме. Вы в нашем государстве, вы в Украине с 2018 года работаете. Вы начали свою каденцию, вы вручили верительные грамоты президенту Петру Порошенко. В 2019 году произошла смена власти, к власти пришел Владимир Зеленский, кстати, который имеет в том числе еврейские корни. Не так давно в Израиле произошла смена правительства, смена главы правительства. Вот смена руководства страны, будь то Израиль или Украина, влияет ли на межгосударственные отношения? First of all, it's important again to stress, it doesn't matter if President Zelensky has Jewish roots or Muslim roots or Tatar roots or Ukrainian roots. Прежде всего, я хочу заметить, что очень важно, чтобы мы не останавливались на том, что у Зеленского, у президента Зеленского есть еврейские корни или мусульманские корни или татарские корни. He is the president of Ukraine, and he is a Ukrainian. Он президент Украины, и он украинец. And he is trying to do the best for the Ukrainian interests. И он старается изо всех сил для того, чтобы соответствовать и служить интересам Украины. As the former president Poroshenko was doing his best. Точно так же, как и предыдущий президент, господин Порошенко, также старался так, как мог. Because the interests of your country are the first things that you have to think about. Потому что интересы вашей страны – это первое, о чем вы должны думать. We are blessed that in the two cases of President Poroshenko and President Zelensky, we don't have a change of policy, but a continuation of a good friendship policy between our countries. И мы, конечно же, я могу сказать, очень благословлены тем, что при смене власти от господина Порошенко к господину Зеленскому не произошло никаких изменений в политике в этом направлении, и наши добрые, дружеские отношения продолжаются в том же духе. Господин посол, такой вопрос. Не так давно весь мир обсуждал ситуацию, которая сложилась в Израиле. Это обстрелы со стороны сектора Газа группировкой Хамас израильского государства. То есть многие выразили поддержку Израилю, в том числе городской глава Днепра Борис Филатов. Вы сегодня с ним встречались в социальных медиа, в социальных сетях. Многие ставили к своим фото рамочки в поддержку Израиля. Вот хотел бы спросить, какая сейчас ситуация с безопасностью в Израиле? Мы знаем, что конфликт не один год, не одно десятилетие идет. Тем не менее, вот какая ситуация сейчас? Thank you for asking the question, because it is really the place to say thank you. Хочу вас очень поблагодарить за этот вопрос, потому что сейчас очень уместно сказать спасибо. For the solidarity that we received from here, from Dnipro. За ту солидарность, которую мы почувствовали, пришла к нам из города Днепр. We saw the flag of Israel on the German Merkel Chancellor Merkel office. Мы увидели флаг Израиля, который был вывешен на офисе госпожи Ангелы Меркель, канцлера Германии. We saw the flag at Austrian Chancellor Mr. Kurt. Мы также увидели израильский флаг на австрийском консульстве господина Курте. And we saw it here. И мы увидели его также здесь. In the city hall of Dnipro. На мэрии Днепра. So thank you for your solidarity. Поэтому спасибо вам за вашу солидарность. Because yes, we are fighting for justice. Да, потому что мы боремся за справедливость. No country in the world would or could stand quiet while from some place they are bombing your civilians every day.
ни одна из стран мира не могла бы себе позволить оставаться в стороне, когда кто-то из соседей, соседних стран, твоих мирных обычных жителей обстреливает такими снарядами. Sorry to give you a lecture on history. Я прошу прощения, может быть, буду звучать, как будто это лекция по истории. But in 2005, в 2005 году the state of Israel totally retreated from the Gaza Strip. Государство Израиль полностью вышло из сектора Газа. In the Gaza Strip there is no more not Israeli civilian. Поэтому сейчас в секторе Газа не остается ни одного обычного мирного жителя Израиля. No Israeli soldier. Ни израильского солдата. No Israeli security forces. Ни кого-то из служб безопасности Израиля. It is totally in the hands of the Palestinians. Сейчас это место находится полностью в руках палестинцев. And instead of making a Singapore from this place, и вместо того, чтобы сделать из этого места Сингапур, they made a Hamas land. Они сделали эту землю Хамасом. A state Islamic terror state. Это государство, где исламский террор является самим государством. Where they take 1.5 million Palestinian as hostages. Там, где они взяли в заложники 1.5 миллиона палестинцев. And the world has to understand. И мир должен понять. That we have to find a solution for these people, not for Israel. Что мы должны найти, что мы должны найти решение именно для этих людей. Я говорю не о Израиле, а именно об этих людях. Тем не менее, ситуация с безопасностью в Израиле по состоянию на сегодня, вот какова она? Now it's quiet. Сейчас спокойно. Because they got a very strong response. Потому что они получили очень крепкий ответ. And every time that they try to do something, they are getting a strong response, so they are quiet. Каждый раз, когда они что-то предпринимают, они получают очень крепкий ответ, поэтому они сейчас снова затихли. But of course, that's not the solution. Но опять-таки, это же не решение. We have to find a long-lasting solution for the Middle East. Нам нужно найти очень длинное, очень устойчивое решение для всего Ближнего Востока. And we see how we could make peace with neighbors. We have peace with Jordan and Egypt for a long time. И вы видите, как мы можем установить мирные отношения. Вот смотрите, у нас с Египтом и с Иорданией уже установлены длительные мирные отношения. And now we have peace with the United Arab Emirates. Сейчас установлен мир с Объединенными Арабскими Эмиратами. With Bahrain. С Бахрейном. With Morocco. И с Марокко. So it's a wish for everyone to sit together to build a better future for our children. И, конечно же, это является абсолютно желанием каждого из нас сесть за стол переговоров и подумать, как выстроить лучшее будущее для наших детей. So if you are, I would say, if you are somebody who believes in the future of your country, поэтому, если вы являетесь кем-то, кто верит в будущее вашей страны, you have to sit down and negotiate. Нужно садиться за стол и вести переговоры. Господин посол, если мы уже говорим о конфликтах, в том числе о военных конфликтах, не секрет, что в Украине с 2014 года вот тоже такая достаточно сложная ситуация, возможно, не такая, как в 2014-2015 годах, тем не менее, есть ситуация с Донбассом, есть ситуация с Крымом. Вот ваше видение, как дипломата, решение подобных проблем, подобных конфликтов, подобных вооруженных конфликтов должно лежать в плоскости политика дипломатической или все-таки военной? As you said, I am a diplomat. Как вы уже правильно сказали, я дипломат. The only solution that I see to any conflict. Это единственное решение, которое я могу подсказать для любого конфликта. Is negotiations. Это переговоры. Если у нас остается буквально несколько минут, тем не менее, не могу вас не спросить, перейдем уже к более мирным инициативам, отношениям. Будущее Украины-израильских отношениях. Опять же, можно говорить об экономике, о политике, о культуре. Каким вы его видите? Какие приоритеты в развитии есть вот на сегодня? I'm not a prophet. Конечно же, я не могу сказать, что я могу что-то предсказать, что я какой-то пророк. It's hard to say where the future. We are building these relations for 30 years. Да, действительно, очень сложно представить, каким будет будущее. Мы строим эти отношения уже 30 лет. We open all the doors. Мы открыли все двери.
Now it is the civil society who has to continue. И сейчас гражданское общество должно продолжить эту работу. Businesses have to work together. Наши бизнес-компании должны вместе работать. NGOs have to work together. Общественные организации должны взаимодействовать. And that's the future. И в этом я вижу будущее. Господин посол, если говорить опять же о будущем, я о совсем близком будущем хочу спросить. Вы вспомнили о том экономическом форуме, который состоится в Днепре уже завтра, то есть 23 июля. Вот чего от него в контексте того, что вы сказали, касательно политика экономических, культурных отношений, можно ожидать Украине, Израилю в будущем и нашему региону, Днепру, Днепропетровской области в частности? What can you expect from tomorrow's forum, which you mentioned? What we can expect in the long term from the economical point of view, from the political point of view? Business. I hope that companies will make deals, because it's private companies, to make good deals. Because if you have two or three companies who are making good deals, then the other ones are coming. Я очень надеюсь, что наши компании заключат с вашими компаниями очень удачные сделки, договоренности, потому что если 2-3 компании классно сработают, другие компании захотят прийти. And if they are making good deals, it will only benefit the inhabitants of this region. И если это будут действительно хорошие сделки, то они пойдут только на благо жителям вашего города. И... Не города, область. Region, области. Области. Завершая совсем, господин посол, вы завершаете свою каденцию в ранге посла. Хотелось бы узнать, у нас буквально одна минута остается, тем не менее, какие впечатления у вас остались об Украине за эти 3 года вашей работы у нас? Your impressions about Ukraine during these 3 years, as you're finishing your job? You have a lot to do. У вас есть еще много чего, что нужно сделать. You began. Вы только начали. You are on a good way. Вы находитесь на хорошем пути. But you have to continue the reforms in all the fields. Но нужно продолжать реформы во всех сферах. And then you will succeed. И тогда к вам придет успех. Спасибо, господин посол. Thank you so much. Рад был вас видеть и приветствовать в нашей студии. Нагадаю, сегодня мы спілкувались с надзвичайним та повноважним послом Держави Ізраїль в Україні Джоелом Леоном. На все добре.